Прошу проголосовать, кто за принятие решения о досрочном прекращении полномочий депутатов муниципалитета города Ярославля Воробьева Александра Васильевича, Волончёна Виктора Владимировича и Шмелева Сергея Вениаминовича. Прошу голосовать. Депутаты муниципалитета не стали препятствовать желанию коллег и согласились отпустить их на работу в областную думу. В результате кресло председателя комиссии по вопросам самоуправления и законности, которое ранее занимал Виктор Волонович Унас, освобождается. Новым претендентом на этот пост стал другой депутат Олег Нинилин. Хочу со своей стороны сказать, как председатель муниципалитета, что Олег Евгеньевич очень активную позицию всегда занимает в работе муниципалитета по различным направлениям. И как юрист нам оказывал всегда большую помощь. Парламентарии оказали Нинилину доверие и даже назначили ему двух заместителей – Владимира Зубкова и Александра Черепанина. Кроме того, депутаты вернулись к вопросу о демонтаже незаконной рекламы. Как выяснилось, деньги, выделенные на эти цели, так и не дошли до адресата. Нами, депутатам муниципалитета, в июне месяце города было выделено дополнительно 2 миллиона денежных средств на Центр гражданской защиты для осуществления данной деятельности. К огромному сожалению, в деньгах, в натуральном виде эти деньги до центра не дошли. Ко всем вопросам, кадровым и финансовым, депутаты намерены вернуться на очередном заседании муниципалитета, которое состоится в октябре. Эльдар Медиахметов и Лев Белков. Я новости.